Художники, писатели, театральные деятели, представители музеев и библиотек, журналисты и блогеры. Более 70 человек из своих рядов выбирали ровно 7 членов комиссии. Им предстоит общаться с теми кандидатами, которые прошли тестирование, записали видеопрезентации и представили свои проекты. Выбор делает экспертная комиссия. Вот это, наверное, беспрецедентный шаг. Я считаю, что мы здесь пионеры. Мы хотим экспертную комиссию также формировать не волюнтаристски на основе решения заказчика, там, например, губернатора, определить какие-то фамилии, которые, как многие могут посчитать, просто ему комфортны для того, чтобы оформить какое-то решение, которое уже сформировалось. Так вот, этого не будет. Мы решили собрать всю культурную общественность, максимальное количество людей, которые интересуются развитием в этой сфере Нижегородской области, занимают активную жизненную позицию, чтобы они из своего числа отобрали экспертов, которые со своими знаниями, опытом, компетенцией уже помогут нам выбрать тех, с кем нам предстоит работать, то есть тех кандидатов, которые по-настоящему достойны занять эту позицию. Отбор кандидатов доверили заведующей кафедрой ЮНЕСКО в ННГСУ Татьяне Виноградовой, директору музея «Арсенал» Анне Гор, автору проекта «Рождественская сторона» Александру Серикову и другим деятелям культуры. Кстати, сами эксперты в отборе на пост министра не участвуют, то есть голосование за себя исключено. Ответственность, конечно, очень большая, и это, наверное, главный результат сегодняшней встречи, потому что если раньше мы могли как бы со стороны смотреть на деятельность министра, то теперь его деятельность будет так или иначе вытекать из наших решений. И это, конечно, очень усложняет, в том числе и наши позиции, но делает их более интересными. И вообще процедура выбора, она интересна. Она содержит в себе интригу, она содержит в себе какие-то новые возможности. Конкурс на должность министра культуры – первый в рамках программы «Команда правительства». Напомню, впервые состав министерств областного правительства будет формироваться из нижегородцев, экспертов в той или иной сфере.